Приветствую всех, с вами Вова Мару, и у нас игруля Jujutsu Kaisen Phantom Parade. И у нас ивент вместе с обновлением Jujutsu Kaisen Zero. Так, ну что, в этом ивенте можно получить две карточки, именно которые дают навыки, точнее, ну пассивные там вот эти все. Флешбеки, в общем. Карты флешбеков, две штуки можно получить. И одного персонажа. Это Маки. Маки будет SR ранга. Текс. Ребята, все значения, все описания карточек вы посмотрите на сайте, который сделан фанатами этой игры. Ссылка будет в видео. А в этом видео мы сейчас поиграем, посмотрим ивент. В общем, первая карточка. Первая карточка... Бляха-муха, грузить. Первая карточка, которую вы получите, это вот. Вот эта карточка. Проклинайте друг друга, оценки и навыки, когда на карту поставлено все. Такой вот перевод. Я не знаю. Так, эта карта по тирлисту ранг А. Что она делает? Первый эффект. Увеличит урон, наносимый командным навыком или специальным навыком на 5% всем союзникам на один ход. Повторное использование возможно через 7 ходов. И эффект номер 2, это вот этот эффект, если мы сделаем дубль. Увеличит урон, наносимый всем союзникам на 10% при использовании командного навыка или специального навыка на один ход. Перезаряжается через 7 ходов. Так, окей. Как получить эту карточку, вы спросите? На самом деле, это вообще очень просто. Все, что от вас потребуется, это заходить в игру каждый день. Эта карточка правильно дается за вход. Логин бонус. Я так, возможно, в течение 7 дней будет логин бонус. И когда понять, что лучше пора заходить в игру, в 6 вечера, в 18.00 меняется, начинается новый день в игре. В 18.00 вы заходите и просто за вход получаете дубликаты на эту карточку и прокачиваете ее. Также эта карточка дает дополнительный бонус на ивент, к которому мы сейчас идем. Ивент Jujutsu Kaisen Zero. В чем суть? Получаем вот эти проклятия. С помощью этих проклятий побеждаем боссов. Это аналог стамины. С помощью этой стамины мы можем гасить местных боссов. И когда мы побеждаем этих боссов, мы получаем вот эти печати. Используя печати, вот перечень наград, мы... крутим гачу с этими печатями, и рандомно выпадаются различные предметы. Так, среди которых есть... У меня уже, видите, четвертый этап. Среди которых есть новая карточка Jujutsu Kaisen Zero на Маки. И карточка стата. Флешбэк. Вечно путаю. Вот то, говорю, карточка стата, то флешбэк. Пора уже определиться. Оценка и навыки детского обещания. Детское обещание карточка называется, флешбека. Что она у нас делает? Она хоть SSR ранг, но по статусу в сайте она ранга B только. Как получить? Получаем вот так. Проходим, получаем, выбиваем с гачи. И что она делает? Эффект первый. Происходит в командном навыке. Увеличивает айдюцу на 10% для всех союзников на 2 хода. И второй эффект, вот этот, это если у вас будет дубль 1 и выше. Происходит в командном навыке тоже. Уже увеличивает айдюцу на 15%. То есть первый эффект на 10%, второй на 15%. Я не знаю, но будет ли... Или я неправильно понимаю, как эти эффекты работают. В общем, потом какой-то эффект... А, ну я неправильно вам объяснял. Прошлая карточка. В общем, когда вы открываете вот этот первый дубль, это авто... Автонавык. Автонавык дает вам... ХП регенерацию, если у вас ниже 50%, восстановит 10% ХП. А также для той карточки, которая за логин бонус, что я вам говорил ранее, там авто, если вы получите первый дубль, если вы сделаете первый левел, то в начале четвертого хода увеличивает величину пробиваемого урона всем союзников на 10%. То есть ваши союзники на четвертом ходу начнут пробивать на 10% шанс. Лучше пробивать будут. И, в общем, я вам рассказал про карточки. И давайте перейдем в сам ивент. Что мы делаем? Если вы смотрели один из видосов, когда я показывал геймплей
за наших персонажей Jujutsu Kaisen Zero, новых персонажей. Вот, видите, 10-й этап. Здесь можно получить карточку просто так, а остальные вы уже крутите с гачи. Что вы делаем первым делом? Проходите обычные этапы. Вот я вам покажу на примере. Ну, если вы уже играете в эту игру достаточно давно, то вы понимаете, как это все происходит. Можете вообще не париться и либо перематывать видео. Да и, в принципе, вы, наверное, его не смотрели. И вы и так знаете, что как работает. Нормально. Панда сильно нанес. Все, уже пробили. Я хочу сделать комбинацию панда и блин, как его? Я уже забыл, как его зовут. Все, забыл. Не знаю, как это сказать. Панда итоги. Все, хочу... Сейчас накоплю энергию на прием на панда итоги. Все. Давайте добивать. Я надеюсь, что звук в видео не будет отставать. В общем, ребята, вы проходите обычные этапы, получаете вот эту проклятую энергию, не знаю, как это называется правильно, и копите. И когда у вас уже получится доступ к боссу, легко ориентироваться, вот этот значок, нажимаете. Здесь видите, допустим, чтобы на босса пойти, нужно 20 энергии. Ну вот и давайте. 20 энергии специальной. Не именно стамина, а вот это, которую мы выбиваем с обычных этапов. На обычные этапы мы тратим стамину, с обычных этапов мы получаем проклятую энергию. Проклятую энергию мы тратим на босса. С босса мы получаем печати. Печати мы открываем, крутим гачу, получаем новую карточку флешбэк и нового персонажа SR Maki. Надеюсь, все поняли. Я надеюсь, все правильно объясняю. 10. И как нам лучше проходить эти этапы? Как видите, персонажи дают бонус. Сейчас у меня персонажи с этой коллаборации Jujutsu Kaisen Zero, и у меня на 44% дополнительных очков будет накапливаться. Чтобы повысить шанс, также можно флешбеки поставить. Видите, карты флешбека, которые дают бонусы, это вот эта карточка, которая дается за логин бонус, и карточка с этого ивента. Она уже у меня четвертого слияния, не знаю, как угодно называете. В общем, просто добавляете к своим персонажам. Не знаю даже, как вам удобнее будет. И видите, вот, теперь уже бонус, прирост к бонусу 77% составляет. Ну, давайте сразимся, конечно, вряд ли у нас получится загасить. Вы видите, у меня силы на 5000 от силы, а там 6000. И у босса уже ограниченное время дается на него. 10 ходов дается на босса. Но чтобы продуктивнее мочить босса, нам нужно, конечно, понимать, какие скиллы и что, как работают, что за что отвечают. Ой, капец. Аж смешно, вы видите, они вообще еле урон наносят. Также, пока не забыл, если вы вдруг не добили босса, у него остается здоровье, и вы просто используете еще 20 очков.
проклятой энергии. И заходите добивать босса. Ну что-то он не хочет меня бить, мою маки, я не смогу продемонстрировать. А нет, побил, молодец. Думал продемонстрировать воскрешение. Уже половина. Я такой только думаю, блин, с кем в паре делать способность, когда настрой, а он взял, таги убил. Ну давай, панда. Панда и маки. Во. Вот эти мне моменты нравятся, когда они друг с другом говорят, и панда такой, маки, давай. Маки, помогай, там, не знаю. Ура, ура, ура! Последний ход остается. Все, мы не добили. Я, конечно, справился бы с своей командой, которую я это прохожу. Но, блин, вам надо было показать обязательно. Ну вот, видите, мы не добили этого босса. И на нем осталось ХП. Мы просто нажимаем еще раз, вкачиваем проклятую энергию и добиваем. Допустим, у вас все отлично получилось. Вы набили вот проклятых свитков. Теперь крутим гачу. Здесь можно выбирать вторая вкладочка. Ой, не то. Вот эта вкладка. Выбираем. 10 очков круток, 50 круток или 100 круток. 10 круток. 10 круток занимает 50 свитков. Ну и крутим. И видите, здесь выпадает всякая фигня. Это все, конечно, пригодится. Здесь остался осколок, дубликат на маке. А потом уже ресурсы, точнее, крутки обновятся. И все. И будет новый этап призов. Короче, я даже не знаю, что сказать. Чё так слабо? Давайте-ка я маки... Не, ладно, давайте-ка я им в помощь возьму кого-нибудь. Кого, например? Ай, возьму тебя. Тебя и вот это. Чтобы быстрее доделать, чтобы вам продемонстрировать еще. Ну, сейчас пару ударов и все. Мне кажется, можно даже особо не париться. 77 тысяч, что ли, было? Серьезно? Не, не 77. Наверное, 7 тысяч. Сильнее, конечно, немножко. Совсем чуть-чуть. Давай используем карту усиления, я не знаю, что она там. И вот сейчас маки. И я уже забыл, как ее зовут. Они доделают босса. Набара, точно. Спасибо, маки, что подсказала.
Намного быстрее, намного проще. Прокачанными персонажами это все делать. Выпали бонусные билеты вместе с обычными. Выпали обычные билеты и бонус в размере 77%. Давайте докручивать последний этап, где... Нет. Мне так нет. В общем, такой у нас получился ивент, такой получился видос. Поэтому, ребята, играйте, крутите, выбивайте персонажей. Пишите в комментариях, открывали ли вы гачу с Jujutsu Kaisen Zero с персонажами Таги и Пандой. Кто вам нравится больше, обязательно смотрите ссылку в описании. Там будет сайт с гайдами на эту игру. Всем спасибо за просмотр и всем пока. 重力のことは私に聞くな。